Ремонт корпуса школы номер 20 в поселке Загорянский на этапе завершения. Глава округа Андрей Булгаков проверил ход работ вместе с инициативной группой родителей. В данный момент на объекте трудятся порядка 40 человек, и, по словам подрядчика, работы выполняются в срок. Для родителей, учащихся, это долгожданная новость. Порядка 2 лет дети обучались в соседнем учреждении. Нас объединили. Вот, во второй смене 2 года, без кружков, без всего. Капитальный ремонт школы в Загорянском затянулся. Вопрос долгое время оставался проблемным. В госпрограмму учреждение попало в 2018 году, что стало приятной новостью для педагогов, родителей и учеников. Однако никто не ожидал, что подрядчик окажется недобросовестным. Перед тем, как приступить к ремонту, организация не провела экспертизу. После подрядчик вовсе не выполнил работы в рамках договорных обязательств и просто бросил объект. Сдвинуть с мертвой точки проблемный вопрос удалось лишь в 2020 году. Решать проблему пришлось уже новой команде администрации. Первым шагом стал контракт на проведение работ по усилению конструкции здания. На объект вышел новый подрядчик – СК «Молния». Ход капитального ремонта на личный контроль взял глава округа. Проделанные бригадами работы, как говорит новый подрядчик, можно приравнять к возведению здания с нуля. Это усиление конструкции, замена лестничных маршей и коммуникаций. В данный момент на этапе завершения отделка помещений. Нетронутым остался, пожалуй, лишь фасад здания, но его ремонт планируется провести в следующем году, как и благоустройство территории. На выездном совещании глава округа дал поручение специалистам взять в работу вопрос освещения двора и подходов к учреждению. Так, в скором времени учащиеся, а это порядка 300 ребят, должны сесть за новые парты обновленной школы. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.